Yep. Walter White, Monster Kill. Breaking Bad. Да. Проклятки. Не обирай. Да, так как вы догадались, речь пойдет об Уолтере Уайте. И именно как о персонаже сериала «Во все тяжкие». И о том, что же будет ожидать его в конце своего пути. И каким бы он ни показался нам лапочкой, как бы окружающие не заботились о нем из-за его недуга, он все же стал делать плохие вещи. Поэтому сериал и называется «Во все тяжкие», я так думаю. Но давайте посмотрим, насколько Уолтер плох по своей натуре и скольких людей ему пришлось загубить. У нас будет индикатор жертв, прямых или косвенных, или убийств, в которых напрямую причастен Уолтер. А также картинка-индикатор покажет нам, насколько сильно его попа будет жариться в аду. Приступим. Итак, с чего же все началось? А началось с двух бандитов. С двух, я сказал. У кое-кого были дела с ними. Вроде ничего. Вроде ничего. Это Крэйзи 8, как он себя назвал. И его братан Эмилио. Надо обоих валить. Но с ними у Уолтера начались проблемы. И как полагается всем почетным учителям химии, он решил эту проблему по-научному. Данный фрагмент повествует нам, что от смешения водорода и красного фосфора ничего хорошего не выйдет. Тут два бандита-чудика сами в принципе виноваты. И можно было сказать, что это самооборот. Но один из них уж точно отошел. Горе-авторитет, пожелав спастись, вынудил химика на крайние меры. После чего изящным методом ребята избавились от улик. И это было в первом сезоне. Во втором же наши варщики встречают другого бандита. Неуравновешенного и дерзкого Тука. Я не напрягал! Никогда! Увижу Гонза, скрою ему брюхо. Потом кожу сдеру, набью его чучело, как боксерскую. Да им было стрёмно, очень стрёмно иметь с ним дело. Никогда, никогда не верь тем, кого любишь. Ответь на один вопрос. И как те, кто варит ему дурь... Тебе можно верить? Они хотели бы съехать с темы. Да. Да, конечно. Присядь. А зря ты поверил, ведь ты следующий. Вы скажете, Уолтер здесь ни при чем, но ведь Хэнк именно его свояк. И если б мистера Уайта с Джесси здесь не было, такого Джесси бы не произошло. Охренеть. А вот почти весь второй сезон прошел без участия Уолтера Уайта в кровопролитии. Конечно же, были предпосылки и маленькие исключения, но наш герой только еще начинает пускаться во все тяжкие. Свали с моей территории.
Последующие эпизоды вины мистера Уайта будут подаваться в упрощенной форме для экономии вашего времени и при минимальных доводах. Уайт заслал бегунка туда, куда не следовало. Смотрите сами. А ведь Уолт мог спасти нашу няшу-наркомашу. Вам курс отмена. 0.13. 4.6. Работайте с Альбукерки, контроль 1.3.4.6. Как не прискорбно говорить, но это была чья-то дочь. Диспетчер делает ошибку и...